Ви есть колоссальное создание простонародного воображения. Вся эта повесть есть народное предание. Я не хотел ни в чем изменить его и рассказываю почти в такой же простоте, как слышал. Гоголь. Отправляясь по домам, шкоды в дороге не чинить. А то на прошлых вакансиях двое бурсаков, обрядившись бесами, воровали кур. Литоры зазуляй лемеш, а бас речь. Трое других, упоив ходоровского диакона, понуждали его к пению непотребных песен. Позор! Помолимся же Господу. Дух премудрости и разума пошли мне, Господи. Дух премудрости и разума пошли мне, Господи. И просвети сердце и ум мой. И просвети сердце и ум мой. Бое же приятями наказание. Наказание. И ща во славу твою научитеся мир. И ща во славу твою научитеся мир. Аминь. К Рождеству Пресвятые Богородицы всем быть в бурсе.
казалось, будто сейчас будет хутор. Ей-богу, ни чертова кулака не видно. Ага. А где дорога? Нема дороги. Ты, халява, иди направо, а я пошукаю прямо. А горобец? Горобец. Горобец! Фу, черт. А я тебя с пнем спутал. Ну, что там? Нема дороги. Одни лисьи норы. А что? Оставаться и заночевать в поле. Нет, халява, не можно. Попробуем еще. Может быть, набредем на шоих и чарку горилки удастся выпить на ночь, а? Ну, конечно. В поле оставаться нечего. Хутор. Ей был хутор. Смотрите же, братцы, не отставать, во что бы то ни стало добыть ночлега. Ага. Отвори! Хозяин! Люди на хозяин! Ну там? Да народ не обидчивый, богослов халява. Философ Брун! Ритор Горобец! Не можно, у меня двор полон народа. Куда я вас стену? Умилосердись, бабуся! Ну как же так можно, чтобы христианские души пропадали ни за что, ни про что? Где-нибудь помести нас! Если мы что-нибудь как-нибудь того или какое-то другое что сделаем, то пусть... Хорошо, я пущу вас. Только положу всех в праздник местах. На то твоя воля, мы не гордые. А что, бабуся, если так, как говорят... В животе будто колесами кто стал есть. Саму там хоть бы щепка во рту была. Ага. Из чего захотели? А у меня сегодня и печка не топлена. А мы бы за все это расплатились бы завтра как следует, чистоганным, а? Да, черта с два получит что-нибудь с этой кикиморы. Пойди сюда, хлопче. Кто? Я? Я же в хате. А твое место длинное? В коморе. Что, бабуся? Пошли. А что, бабусь, что тебе надо? Слушай, бабуся, теперь пост. А я такой человек, что и за 1000 золотых не захочу оскоромиться. Шалишь, бабуся, устарела.
Что с тобой, бабуся? Бог с тобой! Говорю, тебе дегтем надо. Сам знаешь, дегтем. Эй, Хама. Ну что тебе? Ступай к ректору, там с тобой приехали. Хама,
дочь одного из богатейших сотников, хутор его находится в 50 верстах от Киева, возвратилась вчера с прогулки, вся избитая, едва жива. Перед смертным часом она изъявила желание, чтобы отходную по ней читал ты, Хама Брут. Пан Рехов, да я этого и делать не умею. Да ладно, ладно, без всяких отлагательств. Собирайся в дорогу. Именитый сотник нарочно за тобой прислал людей и брику. Что хотите со мной делаете, пан ректор, а я не поеду. Да тебя никакой черт не спрашивает о том, хочешь ли ты ехать или не хочешь. Благодари пана за мед и яйца и скажи, что как только будут готовы те книги, о которых он пишет, я тотчас пришлю. А тебе скажу только то, что если ты еще будешь показывать свою рысь, да мудрствовать, то я прикажу тебе по спине и по-прочему так оттягать молодым березняком, что в баню тебе больше ходить не нужно будет. Езжайте с Богом, кланяйтесь пану. Явтух, налей молодцам по чарке горилки. А ты что стоишь? С Богом! Да не забудь о том, что я тебе говорил! Да, философа привязать не то как раз удерет. Здравствуйте, братья, товарищи. Здорово, пан философ. Так вот это мне, братья, товарищи, приходится сидеть вместе с вами. А брика знатная. Да, соразмерный экипаж. Тут бы только нанять музыкантов, то и танцевать можно. Любопытно бы знать. Если бы, примером, эту брику загрузить каким-нибудь товаром, положим, солью или железными шинами, сколько бы потребовалось коней? Да. А? Достаточное бы число потребовалось коней. А интересно, от чего эта паночка так занедужила, что и отходную по ней нужно читать? Стой, пан философ, что не приехали. Прошу, если вельможные паны захотите. А горилка не? Есть, есть. Заходите, прошу. Ну,
Выпьем, хлопцы, за здоровье пана ректора. Да, пан философ. Хорошо, ребята, выпьем за здоровье пана ректора. Пейте, пейте, паны. Чему вас в бурсе учат? Тому ли самому, что я церкви читает, или другому? Великий ученый, я тоже пойду в бурсу. Ей-богу, пойду. Ты что, думаешь, что я не выучусь? Всему выучусь, всему. О, боже ж мой, боже ж мой, пусть будет так. Чумак-пе, чумак-пе, хорошей не играй. А я хочу знать, где ты писану, батька. Не спрашивай, не спрашивай. Бог знает, как нужно. Бог все знает. Нет, а я хочу знать, что написано в тех книжках. А можешь ли... О, боже ж мой, ну что такое говорить? Боже, боже. Отпустите меня, на что я вам? Отпустите. Иди, философ, а? Да. Не бойся, пошли. Пан не узнает. Ну отпустите ж меня, братцы. Отпустите. Померла. А вже померла? Сидь, Сірко, паночка померла. Сидь. Отпустим, братці, хаму домой. А? Отпустим его, братцы, пусть идет себе. Пусть идет себе. А вы че пыльца на меня? И ты хмелю, хмелю, хмелю за... Паночка померла. Thank you.
Напрасно пан философ думает улепетнуть из хутора. Тут не такое заведение, чтобы можно было бы удрать. Ступай лучше к пану. Он ждет тебя в светлице. Что ж, я с удовольствием. Я не о том жалею, моя милейшая, мне дочь, что ты в отсвете лет, не дожив положенного века. На печали горе мне оставила землю. О том жалею, что не знаю, кто был лютый враг мой причиной твоей смерти. Кто ты? Откуда и какого звания, добрый человек? Из Бурсаков. Философ Хомабрут. А кто был твой отец? Не знаю, Доброди. А мать кто? И матери не знаю. По здравому размышлению, конечно, была мать. Но кто она и откуда, и когда жила, ей-богу, Доброди, не знаю. Как же ты познакомился с моей дочкой? Не знакомился я с ней, вельможный пан, ей-богу, не знакомился. Еще никакого дела с паночками не имел, сколько ни живу на свете. Цури им, чтобы не сказать непристойного. А почему же она никому другому, а тебе именно назначила читать? Бог его знает, как это растолковать. Известное уже дело, что по нам подчас захочется такого, чего и самый наиграмотнейший человек не разберет. И пословица говорит, скачи вражи, як пан каже. Да не врешь ли ты, пан философ? Вот на этом самом месте. Пусть громом так и хлопнут, если пришел. Если б только минуточкой долей пожила ты, то я бы верно узнал все. Никому не давай читать по мне, но пошли тату сей же час в киевскую семинарию. И привези бурсака Хому Брута. Пусть он три ночи молится по грешной душе моей. Он знает, что он знает. Этого я уже не услышал. Ты добрый человек, верно известен святой жизнью и богоугодными делами. Может, она наслышалась о тебе? Кто я? Я святой жизнью? Бог с вами, пан. Что вы это говорите? Да я, хоть оно непристойно сказать, ходил к булочнице против самого Страстного Четверга. Ну уж, да недаром так назначено. Ты с сего же дня должен начать свое дело. Я бы сказал на это вашей милости. Оно, конечно, всякий человек, вразумленный Святому Писанию, может по соразмерности. Только сюда приличнее бы требовалось диакона. Или, по крайней мере, диака, а не народ знающий и все сделает как надо. А я, да у меня и голос не такой, и сам я. Черт знает, что никакого вида с меня нет. Это уж как ты себе знаешь, только я все, что завещала мне моя голубка, исполню. Ничего не пожалею. И если ты с сего же дня три ночи совершишь как следует над ней молитвы, то я награжу тебя. А не то... Ой, дорогая моя! Ой, скажи, скажешь мне, с кем я то теперь буду? Посмотри на меня.
первому разу, простите покойную по второму разу, простите покойную по третьему разу. Философа накормить, а после ужина отвезти в церковь. А что, ведьма, солем сделала? Да, расскажи же. Жаль, пан философ, не знал ты Микитки. Какой-то был редкий человек. Собаку каждую, бывало, так знает, как своего родного отца. Славный был псарь, но с некоторого времени он вдруг начал заглядываться беспрестанно на панночку. Вкляпался ли он в нее? Или уж она его так околдовала? Пропал человек, обабился совсем. Один раз панночка пришла на конюшню, где он чистил коня, и говорит: «Дай, Микитка, я положу на тебя свою ножку». А он, бедолага, и рад этому, и говорит: «Не только ножку, но и сама садись на меня». И он, дурень, нагнул спину и пошел скакать. Ну, добре, панове, пора нам пана философа вести до покойниці. Хлопче, бувай здоров. Щоб тебе добре читалось. Счастливые тебе справы. Ты уж извини, мы тебе запрем. Панский наказ исполняем. Ничего, как-нибудь три ночи отработаем. Зато мне пан оба кармана чистыми червонцами набьет. Своего гроба, потому что побоится Божьего слова. Правильно? Правильно. Пусть лежит. Ты еще и за казак, когда бы устрашился. Человек прийти сюда не может, а от мертвецов и выходцев с того света есть у меня молитвы. Такие еще как прочитаю, то
Они меня и пальцем не тронут. Ничего, ей-богу, не тронут. А? Чего бояться? Ну, выпил лишнее. Вот и показывается страшно. Свечи. Это хорошо. Надо осветить церковь так, чтобы видно было, как днем. А. Ничего, три ночи отчитаю. Церковь надо осветить так, чтобы видно было, как днем. Чего бояться? И пальцем не тронет. Господи грешного. Как днем. Будем читать. Блажение! Господи. Блажение непорочные в путь, ходящие в законе Господне. Блажение испытающие сведения Его. Всем сердцем взыщут Его. Эх, жаль, что во храме Божием не можно люльки выкурить. Не делающий бо беззаконие в путях его ходишь. Ты заповедал еси заповеди твоя. А понюхай табаку. Эх. Добрый табак. Славный табак. Хороший табак. Сохрани. Боже мой. Боже мой. Сядь круг, спаси. Спаси. Сядь круг, сохрани. Сгинь, сгинь. Сгинь! Блажение непорочный путь, ходящий в законе Господне. Блажение. Thank you.
Смотри, философ. Читал. Эх, славное место. Здесь бы жить, да ловить рыбу. Дядьку! Дядьку! Я не пойду на двор. Я здесь лягу. Не можно, философ. Не велено. А що, дівчата, наварили борщу? Наварили, дядько, наварили. Смачний, мабуть, буде, а? А спитаю філософа. Было что? Да так? Было. Кое-что. Полковничка просить, пусти мене полковнику із війська додому. Боже скочила, Боже змучилась дівчина за мною. Ой, рад би я пустити тебе, так довго ти будеш. А напиніть води ще гарнішки, дівчину забудеш. Пив я воду, пив холодну, та й не забуваю. Поки жив буду, не забуду, я кого я кохаю. Ну, поки жив буду, не забуду, я кого я кохаю. Козак ничего не должен бояться на этом свете. Пошли в ту.
Казак ничего не должен бояться. Но оно с первого раза только страшно. А потом оно уже не страшно. Оно уже совсем не страшно. Теперь не страшно. Никто не тронет. Господи, да не яростью Твоей обличишь и меня, ниже гневом Твоим накажешь и меня. Помилуй меня, Господи, яко немощен есть. Исцели меня, Господи, яко сметошися кости моя. Яко сметошися кости моя. Да не потопит меня буря водная. Ниже, да не пожрет меня глубина, ниже сведет. Исцели меня, Господи, исцели меня, Господи, 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 исцели. Господи, ты без ужаса твоей. Господи, опять без ужаса, я не снимаю. Такой, Господи, помилуй меня, Господи. Радуйся, радуйся, кто-нибудь понесся тебе. Обратись, Господи. Опусти на него слепоту, опусти на него седину, заворожи, снегом белым припорожи. Философ, ну вставай.
Эх, так долго танцует человек. Да, достаточно долго. Эй, философ, что с тобой? Не видишь, танцуй, глупая баба. О, Мишенька, да ты ж посидел весь. Ты и правда посидел, как на саре явтух. Пойду к пану и объясню все. Не хочу больше читать. Что? Как идет у тебя? Все благополучно? Благополучно-то благополучно. Такая чертовщина водится, что прям бери шапку, да и улепетывай. Как так? Да ваша пан дочка. По здравому размышлению, она, конечно, есть панского рода, в том никто не станет прикословить. Только не во гнев будет сказано, упокой Бог ее душу. Что? Что, дочка? Выпустила к себе сатану. Такие страхи задает, что никакое писание не учитывает. Читай. Читай, она недаром тебя призвала. Она, голубенька, заботилась о спасении души своей. И молитвой хотела изгнать всякое дурное помышление. Власть ваша, пан. Ей-богу, не в моготу. Читай, читай, тебе одна ночь только осталась. Ты сделаешь божеское дело. Я награжу тебя. Да какие бы ни были награды. Как ты себе хочешь, пан? А я читать не буду. Слушай! Философ. Я не люблю этих выдумок. Ты можешь делать у себя в бурсе. А у меня не так. Я уж как отдеру, так не то что ваш ректор. Знаешь ли, что такое хорошие кожаные кончуки? Как не знать? Всякий знает, что такое кожаные кончуки. При большом количестве вещь нестерпимая. Ты верно не знаешь, как мои хлопцы умеют парить. Они сначала выпарят, потом спрыснут горилкой, а потом опять. Ступай. Исполняй свое дело. Не исполнишь, не встанешь. А исполнишь 1000 червонцев. Еще червон. Небось, врет старый скряга. Но да ничего, пан сотник. Я так навострю лыжи,
что ты со своими собаками не угонишься за мной. Напрасно сделал такой крюк. Да при том и сюртука жалко. Сукно хорошее. Почем платил за ошейник? Спичка тебе в язык, дядька Евтух. Хочешь? Ну, то ходим у церкву. Что, философ, боишься? Ну, сейчас тебе ведьма задаст эйферу. Чего боюсь? Разве я не козак? Читал две ночи. Поможет Бог и третий. Видно, проклятая ведьма порядочно грехов наделала, что за нее так нечистая сила стоит. Ну, пан философ, пора в церковь. Давай. Вот тебе, паночка, такая, видать, его доля. Отчитаю третью ночь. Отвалит, пан, 1000 червонных. Загуляю, дядька Евтух. Иди читай. Или читай, философ. Не побоюсь, ей-богу, не побоюсь. Thank you.
Боже мой. Боже мой, воззову во дне и не услышишь, и в нощи, и не в безумии мне. Нищ есть аз, и в трудех от юности моей я. Вознежися, смирихся, и изнемогух. Боже, помози мне, помощник мой и избавитель мой, еси ты, Господи, не закосни. Утрудихся воздыханием моим. Господи, пролей на меня гнев твой и ярость гнева твоего, да постигнет я! Заклинаю тебя кайдуком, пёсьим хвостом, и топырём, заклинаю тебя, заклинаю, заклинаю тебя, заклинаю. Thank you.
Не повезло нашему хаме. Так ему Бог дал. Помянем его душу. Славный был человек хама. Знатный был человек. А пропал ни за что. А я знаю, почему он пропал. Ну? Потому что побоялся. А если бы не побоялся, то ничего бы ведьма с ним сделать не смогла. Ну, надо только, перекрестившись, плюнуть ей на хвост, и то ничего не будет. Я уж все это знаю. Ну, ведь у нас в Киеве все бабы, которые сидят на базаре, все ведьмы. Побоялся, вот и пропал. А кто видел, что он пропал, а? Говорят же. Говорят. А если все это брехня? И то, что пропал он, и про ведьму тоже. Мне он после третьего штофа не такое показывался. А может, он и не помер вовсе? Он, может, это он идет сюда. Видишь? Как же он. Работаете? Работаем. Ну, работайте.